Встретились на поле, и говорит один другому: послушай, вот история моя. Я наигрался и устал, в своем хлеву я сладко спал, но странный шум вдруг разбудил меня. Как здесь люди очутились, раньше их не видел я. Над кормушкою склонились, ну а там лежит дитя. Родился, как ягненок, тот маленький ребенок среди ослов, овец и коз. Ну как же так быть может, в хлеву рожден Сын Божий, Спаситель наш Иисус. Встретились на поле, и говорит один другому: послушай, где я этой ночью был. Я пас отцом стада овец, как вдруг явился свет с небес, и ангел Божий к нам проговорил: ныне в городе Давида Божий Сын рожден в хлеву. Так пойдите, посмотрите, поклонитесь там Ему. Родился, как ягненок, тот маленький ребенок, но кто же он, звучит вопрос. Мы вам ответить можем, родился там Сын Божий, Спаситель наш Иисус Христос. Давайте вместе мы, друзья, прославим и царя, молиться будем и благодарить за то, что он сошел с небес, чтоб принести благую весть, чтоб зло и смерть навеки победить. Он достоин поклонения, мы склоняемся пред ним, пусть он слышит наше пенье, мы его благодарим. Родился, как ягненок, тот маленький.